Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как отличить двигатель 405 Евро 0, вот этот, под один штекер на катушке сжигания, от Евро 2. Помимо отличия Евро норм, у них еще отличается вход катушки. То есть, видите, здесь на 2. Это Евро 2. Он идет под знаком 100. У этого суффикс 10. Мотор из завода выходит только одной комплектации, то есть полностью все в сборе с стартерами, генераторами, помпами, совсем навесным. Других комплектаций заводских двигателей не бывает. Также в комплекте у заводского мотора идет обязательно, то есть сервисная книжка, паспорт, ну и соответственно он упакован в фирменной упаковке. 2 года гарантии, либо 100 000 км пробега.